Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы поговорим про прикольные находки вещей перед распродажей 11.11. Покажу вам подборочку товаров, поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересно. Обязательно оставайтесь вместе со мной. Итак, у меня был запрос для того, чтобы я вам показала свою корзину перед распродажей. Я, как всегда, вам хочу показать вещи, которые мне не подходят. Бывает по модели, по росту, либо нет моего размера. Но вещи достойные, красивые и стильные, поэтому хочу вам их показать. Сегодня я снимаю, кстати, в новом формате. Будет мне интересно, если вы мне напишите в комментариях, удобнее в таком вам или так, как было раньше. Может, так было более наглядно. А теперь переходим в мою корзину. Первая вещь, наверное, которую я вам покажу, это вот магазин, я не знаю, как он правильно называется, Booktiver. Я уже из этого магазина вам некоторые товары показывала. Кстати, если кто-то знает вдруг, как он называется, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Здесь очень крутой худи. У него будет, конечно, очень небольшая скидка, но товар выглядит достаточно дорого и стильно. То есть есть такие вещи, которые, ну, как бы вот какой-то лейблик пришить, и будет казаться, что это вещь брендовая. Здесь идет худи в трех расцветках. Здесь есть черный, есть цвет хаки, есть цвет беленький. Один размер, 10 заказов здесь уже есть, но, к сожалению, отзывов еще нету. Однако это надежный бренд. Здесь 98, грубо говоря, процентов положительных отзывов, поэтому я могу вам его советовать. Сегодня по отзыву, по составу гулять не будем, сегодня мы чисто так по-быстренькому пробежимся, чтобы видео вам не затягивать. Далее вот этот вот свитер вам хочу показать. Это свитер такой достаточно интересный, вот видите, модель необычная. Написано тоже, что скидка у него в принципе будет небольшая. Кстати, девочки, если вы сомневаетесь, кто-то мне бывает пишет в комментариях, что я не заказываю на 11.11, что многие поднимают цены. На самом деле в этом году вот многие распродажи, что делал AliExpress, они действительно были настоящие. И если что, вы всегда можете в Алирадар проверить. Я вам про него и так в каждом видео вам рассказываю. Посмотрите, как менялась цена. Это, кстати, сегодня не реклама, но ссылочку я вам оставлю под видео, пусть будет. Мало ли вам пригодится. Я иногда вот люблю, когда смотрю, что ну как-то подозрительно цена выглядит. Я проверила, смотрю, что да, на самом деле товар всегда столько стоил. Здесь вот тоже три очень красивых оттенка, как и в предыдущем. Мне понравился, конечно же, коричневый. Очень красиво будет смотреться он и с брюками, и много с чем. Здесь вот 10 заказов есть. К сожалению, тоже нет отзывов, но это тот же самый магазин. Давайте единственное, что может зайдем в характеристику, чего тут пишут. Это пишут, что хлопок и акрил. Ну, то есть смесь. Но когда есть немножечко хлопок, будет больше и лучше дышать ткань. Вообще очень красивый свитерок. Еще хочу показать вещь, которую мне прислала моя очень хорошая зрительница. Спасибо ей огромное. Вещь не на скидке, но вещь прям стоящая, девчонки. Поэтому хочется вам скорее показать. Конечно же, нет моего размера. Это кожаные ботиночки по очень бюджетной цене. Они стоят, ну, грубо говоря, $17. Это мягкая, классная кожа. Мне девушка скидывала, говорила, что она их заказывала, наверное, года два назад маме, что они действительно очень круто носятся. Мягкие, крутые, ну и как всегда, самый большой размер это 9,5 на стопу 250 сантиметров, у меня 255, то есть моего размера нет. Но здесь идет три красивых цвета, мне очень понравилось и как-то мятный, хотя белый, черный тоже очень красивые. Вот, отзывы тоже здесь есть, можете посмотреть, действительно качественная, крутая вещь. Советую, возьмите себе на вооружение. Едем с вами дальше, еще две вещи от магазина Критомо, не знаю, как называется. Это вот такой вот свитер с плечиками. Здесь уже отзывы есть. Отзывы можно зайти почитать. Отзывы достаточно хорошие. Четыре красивых оттенка. Черный, бордовый, серый и беленький. Я думаю, что беленький будет выглядеть просто бомбезно. Единственное, что модель достаточно такая короткая, если вы залезете в отзывы, посмотрите. Но под высокие джинсы, я думаю, что будет достаточно круто. И следующая модель, это такой вот пуловер покороче. Единственное, что мне в нем не очень понравилось, это, наверное, цвет. Как-то вот мятный для меня в последнее время, ну, не то, чтобы сильно актуально. Мне очень понравилась эта модель. На мне вот этот цвет как-то смотрится не то чтобы свежо, а немножечко странновато. Размер от XS-ки до L-ки, и он такой короткий, как он должен быть, как нужно. У него хороший рукав, хорошее горло, он интересный, он будет красиво смотреться под многие брюки, под многие образы, поэтому тоже советую присмотреться к нему, если вы что-то ищете, тем более цена достаточно приятная. Он у меня уже давно висит в корзинке, я вот все смотрю на него, вот модель нравится, но что-то вот лично для меня цвет не очень. Дальше давайте я вам покажу шарф, который я нашла, тоже очень красивый. Ну, скидка здесь не сильно большая, но на самом деле, если пару товаров купить, то на один товар вы сэкономите. Поэтому, в принципе, в смысл в этой распродаже есть. Здесь огромнейшее количество расцветок. Не знаю, нежно-фиолетовые, нежно-кофейные, серые, красные. Вы перейдите, посмотрите, здесь просто вау, если посмотреть вот по оттеночкам. Отзывы тоже здесь есть. Отзывы хорошие, фотографии хорошие. И написано, что очень теплый, классный палантинчик. Здесь написано, что материал кашемир. А вот, что это шерстяной кашемировый шарф. Я думаю, что если это так,
то это очень круто. В общем, если вы что-то такое хотели, особенно очень красивые такие шарфы, смотрятся наверх на вот эти вот плащи, наверх на пальто, будет очень классно. Еще хочу показать вам один магазин, который я для себя недавно открыла. Там очень приемлемые цены, достаточно хорошее качество товаров, и есть уже, в принципе, отзывы, и мне понравилось больше всего, наверное, бюджетные цены вот этих вот всех классных вещей. Здесь отзывы 98,3% положительных отзывов. Первое, хочу показать вам трикотажное платье. Здесь идет 4 очень красивых оттенка. Есть хаки, есть серый, есть черный и есть, ну, такой беженький. Платье красивое, но мне обычно такие вещи не по росту. У меня, скорее всего, талия будет на нем не на месте. Поэтому я вот для себя его все-таки не рассматриваю. Но мне кажется, если вы зайдете в отзывы, посмотрите, отзывы здесь хорошие, можно подобрать. Оно прикольно смотрится, оно такое стильненькое, красивенькое. Мне кажется, что было бы красиво надеть на это платье, на талию какой-нибудь коричневый тоненький ремешочек и под какие-нибудь, да, кроссовочки, под ботиночки. Еще вот здесь вот есть маечка такая, трикотажная, как бы вязаная на бретельках. Сейчас очень классно ее тоже зимой под кардиган, будет красиво и под косуху на весну. Я думаю, что такие вещи вообще круто на целый год, на круглый год. Здесь 5 оттенков, есть даже достаточно такой какой-то красивый желтый, здесь написано, он такой какой-то желто-зеленый, оранжевый, серый, черный и тоже бежевый. Эту маечку тоже добавила в себе в корзину, может, ближе к весне закажу. Ну, в принципе, на нее сейчас почти доллар скидка, поэтому мне кажется, что даже неплохо. Тоже здесь очень много отзывов, и отзывы очень хорошие. Можно посмотреть, что если эту вещь сочетать с брюками, с юбками, получается очень-очень стильно. Дальше у нас с вами здесь тоже такая прикольная штука, похожа немножечко на поло. Стоимость тоже очень бюджетная. Ну, как мне кажется, для такой вещи, для такого качества. Здесь один размер, очень красивый, уютные здесь оттенки. Здесь есть и коричневый, и светло-коричневый, и темно-коричневый, и бежевенький, и беленький, и черный. Я бы брала, честно скажу, цвет этот хаки, как он здесь называется, мне кажется, что будет очень красиво. И очень тоже прикольно будет и под брюки, и под юбки, и будет делать ваш образ более таким интересным. Отзывы тоже здесь есть. Не знаю, классный магазин, мне прям очень радостно, что я его нашла, я прям действительно залипаю на этих товарах. Но такие вещи очень важно грамотно сочетать. Если вы наденете под какую-нибудь юбку, которая сюда не очень подходит, можно сделать такой колхозный образ, если так можно выразиться. И еще здесь очень прикольная юбка, я ее себе чуть ли не заказала, но заказала уже другую. Она мне идет, в будущих обзорах ее увидите. Здесь юбка, мне показалось, что она, скорее всего, будет очень короткая. Она идет как будто бы вязаная, на зиму будет вот сейчас, это очень тоже прикольно, тепленькая. Мне очень понравился этот фиолетовый цвет, тоже есть хаки, темно-серый, светло-серый, черный, такой бежевенький. Я так поняла, что ткань идет немножечко как будто с люрексом, таким легким блеском, и поэтому вот черный конкретно я бы не брала, а остальные цвета, я думаю, что будет очень прикольно, будет тепло, будет красиво со свитером, будет красиво с кардиганчиком, с маечками, что я вам предыдущие показала, либо даже с худи, мне кажется, тоже будет очень прикольно. Здесь у меня, кстати, прикольный топ, я заказала себе немножечко другой, но это тоже вам хочу показать, потому что я тогда выбирала между двумя. Здесь вот такая вот интересная модель, здесь такой вот вырез как бы идет, здесь отзывы есть этого товара, здесь хоть и продавца рейтинг так себе, но отзывы у товара есть, пишут, что качество очень хорошее. Если мы посмотрим, то сидит он просто бомбизм. Очень красивая такая стильная классная вещь. За эти деньги я считаю, что тоже просто находка. И очень много красивых оттенков. Вот этот вот, наверное, лиловый мне больше всего нравится. Но также красивый вот этот белый. И очень красивый вот этот цвет кэмел, как здесь вот назвали. Я бы себе брала цвет кэмел, честно скажу. Но черный тоже очень крутой. В общем, присмотритесь. Такие вещи сейчас делают многие брендовые магазины, бутики их продают. На самом деле их можно купить на Алиэкспресс. Еще мне очень нравится вот этот вот пуловер. Тоже на него достаточно давно смотрю. Вот все думаю, да нет, я все как-то так вот не могу решиться, нужен он мне или нет. Поэтому хочу вам его показать. Здесь есть очень красивый нежно-розовый, наверное, цвет, который мне больше всего понравился. Есть коричневый. А, это бордовый. Есть черный и темно-фиолетовый. У меня просто свет в меня светит, у меня даже цвета плохо видно. И есть такой коричнево-бордовый, очень красивый, два размера, S и M. Отзывы здесь, в принципе, есть. Мне кажется, интересная такая, интересная базовая вещь, очень бюджетная. И, по-моему, он действительно стоил 9,99, по-моему, такая цена была, потому что я периодически как бы, ну, смотрю на него и все думаю, заказать его или нет. Еще у меня здесь есть две вещички. Во-первых, у меня есть вот такая вот курточка. Я не уверена, пойдет ли мне такая модель. Мне она очень нравится, она вот у меня висит в корзине, может быть, закажу, может, не закажу. Я могу смотреться в таких вещах очень глупо. Поэтому я вот раздумываю. Куртка мне это понравилась. К сожалению, отзывов нету, но есть 31 заказ уже. И у этого продавца 95,4 положительных отзывов. Хотя здесь вот есть у продавца настоящая фотография этой курточки. Здесь ее можно затянуть на талию. В принципе, цвет даже такой же. И фурнитура вроде хорошая. Поэтому я думаю, что, в принципе, рискнуть можно. Тем более, сумма здесь не очень большая за такую крутую модель. Еще у меня здесь есть вот такая вот юбочка. Мне нравится такое вот сейчас. Я вам показывала в прошлом
своем видеоподборке вот такие вот серьги. Я, кстати, все-таки себе заказала. Я их покажу вам потом видео про бижутерию с AliExpress. Кстати, на мне вот сейчас кофточка, серьги и часики. Я, как всегда, ссылочку оставлю под видео. А юбочка на мне будет смотреться очень коротко с моим огромным ростом. Поэтому я решила, что она мне не нужна. Но она будет очень круто смотреться под свитеры. Она будет круто смотреться вот под те сережки, которые я вам говорила. Очень красивый оттенок. Здесь есть, в принципе, один отзыв. Отзыв хороший, но, к сожалению, здесь ничего не написано. Но, в принципе, это магазин Simple. Я думаю, что многие знают, что магазин Simple достаточно популярный. У него хорошие отзывы, хорошие товары. Поэтому можно почитать, посмотреть свой размер. В принципе, я думаю, что будет тоже очень прикольно. Еще в магазине Simple я долго смотрю на этот свитер. Мне, возможно, тоже модель не подойдет под мою комплекцию. У меня достаточно широкие плечи. Возможно, это будет смотреться странновато. Поэтому без примерки я такой не рискую покупать. Но этот свитер мне очень нравится. Я очень давно на него смотрю. У него очень красивые рукава, красивая вот эта вот вязка, очень красивый оттенок. Здесь уже есть один отзыв. Отзыв здесь хороший. Можно, кстати, его почитать. Здесь написано, что вещи этого продавца всегда супер, качество отличное, все аккуратненько. Еще у меня есть бижутерия. Давайте я вам ее тоже здесь покажу. Вот три пары сережек. Я думаю, что вы их сейчас видите. И я думаю, какую заказать. Вот висят у меня в корзинке. Надо будет что-то сейчас на распродаже заказать. Вот что-то такого похожего плана я себе, кстати, заказала на обзор. Но еще мне вот нравятся вот эти вот длинненькие. Они тоже какие-то интересные, крупные, будут красиво смотреться. С ними можно делать красивые образы. Я думаю, что такие сережки сейчас бы подошли под мой тоже образ. Было бы очень красиво. А, это, девочки, одна и та же ссылка. Просто я не знаю, какие сережки выбрать. В общем, вы можете посмотреть. Ссылка хорошая. Здесь есть отзывы. Отзывов много. И все сережечки очень красивые. И сейчас, мне кажется, на зиму будет очень актуально под свитеры. И вообще в этом сезоне такое вот модно, не сильно все громоздкое. Очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Вы, может, для себя тоже что-то присмотрели. Напишите мне, пожалуйста, вообще, что вам больше всего понравилось. Что бы вы, может быть, заказали из этого видео. Мне будет очень интересно. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх за это видео, так как я старалась, когда я его вам готовила. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео, так как скоро будет видео с примеркой покупок сайта AliExpress. Внизу оставлю ссылку на плейлист о покупках сайта AliExpress. Можете по нему погулять, посмотреть, так как у меня видео таких достаточно много. Смотрите другие мои видео и увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи, всем пока!